Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Колоссянам 3:23 и 25. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. За 14 июня 2018 года. Вчера я пишу Сергею, что он ошибся, не туда нажал, и на меня вышел. Как бы звонок парализованному. Я пишу: дорогому брату Сергею, мир и неземная радость. Мне вы открыты, как страж над нашими болячками и слабостями. Стоит только вспомнить, что вы день и ночь, и год за годом лежите на вытяжку. Ни в поле, ни в реку, ни в лес. То что все мои немощи? Твои страдания, любезный наш брат, для меня всегда благоухающий призывом к терпению. Ни во что ставить постигшие наши искушения в болезнях и прочее. Иакова 5:11. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова, видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. И мама твоя Татьяна, да благословит ее Господь великой верой в искупительную жертву единородного Сына Божия Иисуса Христа. Сергей Козлов, спаси Христос, я счастлив от того, что наша с мамой жизнь стала пользой для спасения некоторых, конечно. Рустик. Мир вам, Игнатий Тихонович, дорогой вы мой наставник в Господе. С большими слезами вам пишу. Вот, понимаете, которые недруги-то, они не понимают ничего этого. Вот человек с таким характером, даже меня, как говорится, в черный список заносил, и все обратно возвращается. Он в поиске с большими слезами. Вы были правы во всем, когда высказывались по поводу моей натуры. Я очень самонадеянный и гордый. На меня выписали отношения в армию. Я сам напросился. Я уже начал проходить военкомат. Это на Украине. А теперь только до меня дошло, что это все более чем не духовное. И отказываться теперь стыдно очень. У меня есть плохая черта, это мое непостоянство. Может быть, Господь устроил мне путь в армию, чтобы перетереть меня на мелкое. Даже не может быть, а точно, так как неделю или две назад я видел сон с крестным знамением, что я ухожу в армию. Но врачом идет спасать. Это не грех, это полезно. Что Украина? Для врача нет ни Украины, ни России. Для него весь мир как будто бы и никогда границ не существовал. Он обязан спасать, облегчать боль. Поэтому, если считаете нужным, помолитесь за меня, двуликого пса, чтобы Господь уберег меня от духовного падения в армии и чтобы дал послужить людям в армии не только фельдшерам, но и проповедникам. Я очень вас люблю. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Мы молимся, да благословит тебя Господь. Я отвечаю. Мой ответ. Римлянам 5:10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Марка 10:27. Иисус воззрев на них говорит: человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Вот так. Пишет один: поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Спаси вас, Христос. Мне бы мизерную часть получить вашей веры, ваших знаний. Да хранит вас Господь Бог. Аминь. Игнатий Тихонович, что скажете, если Бог даст в Корчино слезть? Ну, я бы этому человеку скинул все. Маршрутка, как проехать, что. Крещение нынче у нас 9 июля. К этому времени думает приехать, а Господь все как-то усмотрит.
Никита Колесников сегодня пишет, а сегодня это 15 уже июня. Мир вам, Игнатий Тихонович. Расскажу сегодня свой опыт, который повторяется во всем мире со всеми мужчинами. Сегодня ездил на собеседование в представительство аэрохендлинговой компании в Киеве на должность, по которой есть опыт в аэропорту. Типичный стерильный офис, когда арендуют целый этаж и оборудуют под свои нужды. Вообще работа сугубо мужская. Приходится и в зной, и в холод под небом проводить. Стрессовые ситуации, быстрое принятие решений. Но прежде собеседование и тесты. Из 10 человек персонала 9 женщин. Это обычная картина по всему миру. Это специалист в кавычках. Она же ничего в этом не знает. Она никогда не работала в поле на перроне. Просто у нас, как известно, матриархат, а у нее поставленная речь. Она просто рассказывает одно и то же изо дня в день, проводит собеседование и со своей командой баб оформляет увольнение. Все. И зарабатывают они неплохо в этих канцелярских работах. Печатать, копировать, ксерить килограммы бумаги. Помещение с кондиционерами и кулерами, охладителями воды. После тестов и ознакомления со спецификой работы, собеседования по одному, я подготовился до этого, английский повторил и без труда общался и отвечал на вопросы. Ну а потом интерьер баба начинает задавать вопросы типа «женат ли я?». Хотя в руках у нее мое резюме, где все написано, с кем живу, с родителями или один. Вот будет по-честному, это чисто женское любопытство. Парню второму это неинтересно было, он меня это не спрашивал. Хоть у него и 10 лет опыта работы. Разве наличие жены показатель успешности или адекватности? Полстраны в разводах или абортах. Как бы было, если бы я начал ее допрашивать на приеме на работу, сколько у нее мужиков было или абортов? Так-то собеседование прошло хорошо. Но осадок неприятный остается, излишки современного общества. У обычного современного мужчины это не вызывает особых неприятных эмоций. Но у кого обостренное чувство совести, справедливости, нужно как минимум 100 поклонов с молитвой, чтобы погасить пламя негодования в животе наших реалий. Про настоящие товарищеские мужские коллективы в кавычках. Я знаю не понаслышке, очень часто там пьяни, баба-рабия полноценная. Но не стану обобщать. Я полагаю, что это чувство постоянного покушения на подавление твоей мужественности в наш распутный век есть как некий крест христианина. Вот недавно получил ответ с сообщением под телефон. Благодарят за интерес. Но пока предложить работу не могут. Может, из-за моей шикарной бороды? Или пояска на рубахе? Спаси Христос за молитвы. Ответ мой. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. 1 Петра 1:6. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. 1 Петра 1:17. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота в похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 1 Петра 4:19. «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». «Зайди в наше сообщество занятий по изучению Святой Библии», я ему говорю. Там я выставил вчера старообрядчести большой, важный материал, комментарии на ответы митрополита. Александр Марьясов. Мир дому вашему. Дорогой мне человек, духовный мой отец Игнатий Тихонович, помолитесь Христа ради за Фатинью, Светлана, не праздную. Возраст 39 лет, беременность тяжелая, скоро рожать. Низкий поклон всем братьям и сестрам. Спаси и сохрани вас всех, Господь. Я отвечаю, принято.
Ну что, день вчерашний, дождик моросит, маленько погодя опять. Ну что? Володя попросил ту дорожку прокосить, чтобы проходить хотя бы не мокнуть. Сапожки у меня маленькие такие. Потом велами стаскал на дорожку. Тут дорожка у нас сделана по дорожке, чтобы можно было ходить. Еще вчера потерял одного голубя. Непонятная причина. Да может и не одного. Какая-то напасть. Переживания. Подумаю, что мои переживания? Ничто. Вон у Любы Минаевой умер бы, подох бычок. Это как? Ну, тут спрашивают уже о том, как приехать. Слушают наши какие-то беседы, проповеди. Слушают, и вот это вот слушание выставляют. Ну, попросили здесь не выставлять. Вот это... Мне можно сказать все на сегодняшний день. Просто глянуть наши ресурсы. Вот здесь. Люблю мой мир. Второй очень хороший у нас форум. 3050-й день. Форум православный. 1600 тем. И вот наш очень большой видеоканал. Просто никак не мог отправить материалы, ставить. А тут два дня подряд по два события ставлю. Конечно, материала много. Но тут хороший весь материал. Вот-вот начнет сыпаться уже. Ставить где-то будут там у нас, а я буду открывать замки. И во свете Библии. Это сайт большой. Здесь я в деревне нахожусь, каждая минута дорогая, и все высчитывает, все на этом.